все посмотрим. Какая красивая плиточка. На задних дворах, точнее на задворках. Это трясогусочка. А заодно тут еще какие-то старенькие постройки. Блестяшка. Не знаю. Привлекла внимание. На фоне листьями шишечка такая золотая. Хоть не Новый год, а всего лишь 2 мая. Ну так, прикол. Вот еще одна красавица на задворках. Нет, личико ничего, макияж сделаю. Багетная мастерская и Lady in Red на картиночке. Вот натюрморт красивый. И этот пейзаж красивый. По верхам пройдемся, по Измайловскому Кремлю. По крышам, по верхам. Сегодня конец дня, работал вернисаж, но сейчас уже все убирается, закрывается. Сейчас еще раз по верхам посмотрим отсюда, со стен Измайловского Кремля на Измайловский остров. Набережную Серебряно-Виноградного пруда. Здесь находится музей основания российского флота. Вот так. Якоря. А вот и сам прудик. А на причале сидят чайки, которые называются крачки. Небольшие такие чайки. Интересно, как близко они мне разрешат подойти. О, здесь разрушено. Дальше нельзя. Сейчас мы их приблизим. Голоса свои мне записать. Вот такие эти крачечки. Симпатичные.